Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Hamrakulov Murolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan hozir Hamrakulov Murolim va Aziz akamiz. Biz bugun Manzurani konsertiga boshlovchilik qilyapmiz aga. Vedushi boshlovchimiz. Bemalol Uzbom TV kanallari bilan muxlislar bilan ko'rishingiz mumkin. Bu bizni birinchi marta chiqishimiz. Shuning uchun do'stlar, bizga omad tilaylar. Hozir chiqamiz. Chiqib zal bilan ko'rishamiz. Tasavvur qilasizmi? Birinchi marotaba o'zbek bloger va oddiy odam sahnaga chiqib, hozir hammani kayfiyatini ko'taradi degan umiddamiz bor. Kayfiyat ko'tarish niyatdamiz. Xo'p, bizga omad tilaylar. Hozir sahnaga chiqamiz. O'ylaymanki, zo'r bo'ladi. Keyin ko'rishamiz. Rahmat. Kim? Ikkinchi balimiz ham Maftunaga olqishlaringiz azizlar. Oxirgi taronamiz, yigitlar, yuzyapmiz. Har qancha bir dona bo'lsa ham. Men yordam bera olmayman. Oxirgi taronamiz DJ. Bu taronani hammamiz bilamiz. O, mana azizlar, keldik. To'g'risi qiyin bo'ldi. Nafas olishimdan ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Harakat qildik. O'ylaymanki, agar siz sahnada bo'lsangiz, ko'rdingiz qanchalik men hayajonlanganimni. Bir necha xatolar ham bo'ldi. Mayli. Sizni qanday fikringiz aka bu narsaga? Menda kayfiyatim juda a'loda darajaga ko'tarildi. Hayajonlar bo'ldimi? Ozgina bo'lsa ham. Boshida bo'lgan. Boshida bo'ldi. Da. Hozir ham adrenalinda turibmiz, chunki 100 dan oshiq odam sizni har bitta gapingizga qarsak cholsa, bu so'z bilan aytib bo'lmaydi, aka, realni zo'r. Manzura ham hozir taronalarini aytayapti o'zini muxlislariga. Viktorina o'yinini ham olib bordim. Hozir mana videorolikda ko'rasiz. Qo'ldan kelgancha harakat qildim bir necha. На самом деле, мы уже дошли до половины. Муралим Хамракулов молодец. Он Викторину так сыграл, что я сам был в шоке. Потому что он первый раз выступает. Давайте, друзья, пожелаем ему удачи в дальнейшем и успехов тебе, брат. Спасибо, братан. И я тоже тебе пожелаю, брат. У нас получилось. Надеюсь, концовка тоже будет хорошая. Да. И охрода хам сизларга кўрсатамиз. Хозир ўртасида дича перемена қилдик. Хозир кейинги гардеробда анка билан бирга ўтириб сизларга ёзяпмиз. Ўзимни впечатлениям айтяпман. Реально саҳнага биринчи маротиба чиқиш бу сўз билан айтиб бўлмайди, лекин зўр нарса. Айтамиз, аппаки. Мафтуна. Толқин Сурхандариёдан. Толқин Сурхандариё. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сегодня у нас 5 августа, и компания «Витрон» провела концерт, проводит на сегодняшний день. Вот. Хотели бы узнать ваше состояние, как вам в роли ведущего? Впервые, да, я так понимаю? Да, впервые. Состояние у меня положительное, прям адреналин кипит. Реально, это эмоции словами не передать. Реально, я даже вам говорил, хорошие. Я вам всем рекомендую. Старайтесь, идите вперед, не останавливайтесь. У вас тоже получится. На ваши 19, да, если не ошибаюсь. Муралиму 19 лет. И он уже чего-то добивается. Советую, наверное, многим, да? Идти вперед, стараться, развиваться. И в дальнейшем будущем быть ведущими, бизнесменами, видеоблогерами. Поняли, да, я кем буду? Муралим вообще... Я смотрю, кстати, ваш каждый ролик, каждый раз. Хоть не понимаете, но все равно прописываю. Ну, тем не менее, да. Ну, я думаю, главное это интонация, а не языковой барьер. В любом случае, я уже ваш язык практически выучил. Спасибо вам огромное. И спасибо за IBPROM, за то, что организовал такую мероприятие большую, концерт. И Манзура тоже в этом числе спасибо. Спасибо. Kim? İkinci balımız ham Maftunaga olqishlaringiz azizlar. Oxirgi taronamiz yigitlar, yuz yapmasa har qancha bir dona bo'lsa ham. Men yordam bera olmayman. Oxirgi taronamiz DJ. Bu taronani hammamiz bilib turamiz. Sevgi nadir. Malatis.
Манзуре, какое впечатление, так как она прилетела с Узбекистана? Манзура, она очень положительный человек. Она открытая. Я думал, она там высокомерная, но я ни разу не видел ее. Но она очень открытая, и она на СИЗ обращается людям уважительно. И она мне очень понравилась. Реально понравилась. Она очень хорошая. Класс. Манзура, респект. Да, да. Я думаю, мы еще пригласим ее в Санкт-Петербург. Иншаллах, конечно, если вы хотите, подписчики и все фанаты Манзуры, обязательно IB-промо сделает такие организации еще раз. Муралим, а как вы думаете, по численности Узбекистана, кого бы следующего мы могли позвать на концерт? О, хороший вопрос. Но недавно в Москве не случилось этот концерт, да. Озодбек Назарбеку, вроде как вы слышали. Надеемся, мы очень надеемся в том, что IB-промо пригласит Озодбек Назарбеку в Санкт-Петербург, чтобы весь мир узнал. У многих возникает там сомнение, что Озодбек Назарбеков типа обманывает их. Нет, это неправда. Люди обманывают эти организации. IB-промо не такая. IB-промо честная. Респект им тоже. Мы 5-й концерт проводим в Санкт-Петербурге. Надеемся, что в ближайшее время мы дойдем до Москвы. Что вас будет больше. Подписывайтесь, да? Да, подписывайтесь на IB-промо тоже. Они обязательно в описании есть. Можете там нажимать и подписываться, чтобы... И там скоро выйдет концерт Манзуры. И там я тоже участвую. Да, вообще-то. Да. Можете подписываться, да. Муралим, вот лично от меня большое спасибо. Вы большой молодец, вы очень старались. И я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами, я с вашим каналом. Обязательно, если вы пригласите. Узбон ТВ. Удачи вам, успехов, карьерного роста, чего мы, конечно, вам желаем. И вам спасибо за то, что пригласили. Спасибо. С нами был Хамракулов Муралим, канал Узбон ТВ. Ребята, подписывайтесь и будьте с нами. Пока. Всем пока. Birinci oğlum. Bu hocamız mı? Azizlar, mana konsertimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Hozirgina sahnadan chiqdik. O'ylaymanki, sizlarga yoqadi. Albatta, IB-promo kanalida ko'rib olasiz. Aka, mana konsert tugadi. Nima fikrlar? Fikrlar bir narsa deydi. Buni so'z bilan aytish qiyin juda. Hammaga katta rahmat. Biron-bir yerda minus bo'lgan bo'lsa uzr. Xatolarimiz bo'lsa albatta kechirasizlar degan umiddamiz, chunki yangilik, novichki, как-то так. Uzbon TV kanaliga obuna bo'ling. Kelgusi roliklarda ko'rishguncha. Xayr do'stlar, omon bo'ling.